Корякина Василиса, школа номер 18, 1 А-класс. Готовится Миронова Мария. Корякина Василиса, 1 А-класс, школа номер 18. Самуил Яковлевич Маша. Федорина Боря. А посуда все вперед и вперед, по полям, по болотам идет. И чайник шепнул утюгу, я дальше идти не могу. И заплакали блюдца, не лучше ли вернуться? И зарыдала корыто, увы, я разбита, разбита. И блюдо сказала, лети, кто это там позади? И видят за ними из темного бора, идет, ковыляет Федора. И чудо случилось с ней, стала Федора добрее. Тихо за ними идет и тихую песню поет. Ох, вы бедные сиротки мои, утюги и сковородки мои, вы пойдите-ка немытые домой, я водой вас умою ключевой. Я почищу вас песочком, окачу вас кипяточком, и вы будете опять, словно солнышко сиять. А поганых тараканов я повыведу, про суков и пауков я повыведу, сказала скалка. Мне Федору жалко, сказали блюдца, надо повернуться. Сказали утюги, мы Федор не враги. Долго-долго целовала и ласкала их она, поливала, умывала их она. Уж не буду я посуду обижать, буду-буду я посуду и любить, и уважать. Смеялись о кастрюле, самовара подмигнули. Ну, Федора, так и быть, рады мы тебя простить. Полетели, зазвенели, на Федоре прямо в печь. Стали жарить, стали петь. Будут-будут у Федоры и блины, и пироги. А метла-то весела. Заиграла, заплясала, замела. И пылинки у Федоры не оставила. Смеялись, блются, дзы-ля-ля, дзы-ля-ля. И танцуют, и смеются, дзы-ля-ля, дзы-ля-ля. А на белой табуреточке, да на вышитой салфеточке, самовар стоит, словно жар горит, пыхтит да на бабу поглядывает. Я Федорушку прощаю, сладким чаем угощаю. Кушай, кушай,